Саяно-Шушенская ГЭС. Рабочее колесо для первой турбины. Его встречали в день открытия исторической сессии Верховного Совета, принявшей новую Конституцию СССР. Оттого еще более значительным и радостным стало это событие в жизни стройки. Шушенская. Именно здесь, в ссылке, разрабатывал Ленин основы организации партии, способной повести за собой народ в борьбе за лучшее будущее. Отсюда, с берегов Енисея, видел Ильич Россию новую, Россию великих дел, великих свершений. Победил октябрь, и уже думал Ленин о 100 000 тракторов, о плане ГОЭЛРО. А сегодня только Красноярская ГЭС на Енисее по мощности более чем в 3 раза превышает все электростанции плана ГОЭЛРО. Саяно-Шушенская ГЭС будет еще более мощной. А рядом встает город Саяногорск. Осуществляется право советского человека на жилище, провозглашенное нашей новой конституцией. Саяногорск невысок этажами. Архитекторы как бы прячут дома в складках рельефа от лютых сибирских морозов, от жаркого летнего солнца. Хорошо здесь живется. Хорошо работается. Новые повышенные обязательства взяли на себя строители Саяно-Шушенской ГЭС, соревнуясь за достойную встречу 60-й годовщины Великого Октября. И свои обязательства они выполняют.